Матчевая студия, Сяб Цикорич, победа. Миш, как вас называть? Как Цикорич называть? Я каждый раз ломаю голову, как Цикорич называть? Сокращение, знаешь, такое, как вот Сяб Банкира, Цикорич. Кофейня. Кофейня. Победа кофейни со счетом 5-0. Михаил Николаев, Александр Киселев. Миш, какие эмоции от первой победы в Суперлиге в новом сезоне? За новую команду. У меня это вообще положительные эмоции. Я только с отпуска вернулся. Видать, отпуск пошел на пользу, отдохнул. И вчера, правда, в одном из турниров 10 мне запихнули за одну команду. 1-10 мы сгорели. Сегодня, видать, со свежей головой сделал ошибки, выводы после жестких ошибок. Команда сыграла отлично. Очень приятно играть, когда взаимопонимание. Я даже, если честно, очень сомневался в итоговом положительном результате перед началом игры, потому что, как обычно, все пришли в слишком хорошем настроении. Вот, еще там до игры оставалась минута, еще не все выходили на поле. Я думал, вернулся в то же самое, что было до этого. Ну, нет, ребята прибавили уже взаимоотношения, видны, что хорошо играют, хорошо понимают друг друга. Два новичка, которые нас добавили, добавили скорости, добавили, в принципе, так скажем, в тактическом плане нужные позиции они заняли для нас. Вот. И хочу сказать спасибо большое Сиабу, что они не подъехали. Ну, я честно, я отношусь с уважением к каждой команде, но для меня было удивительно. Очень мало креатива сегодня было от соперников. Наверное, больше их заслуга, что мы так выиграли. Саш, ты в прошлом интервью сказал, что все плохо, никто твои задумки не реализует, сказал, что я заканчиваю. Это было эмоциональное заявление? Да, конечно. Потому что
играли в свой футбол. Вот. Ну, мы подразобрались в том эпизоде. Вот. Продолжаем дальше работать. Я сейчас соглашусь с Михаилом. Вот мне показалось, что на последние две игры Сяб не подъехал. Очень здорово играли с лидером, боролись, цеплялись, выиграли фортуну, могли там покусать волну и прочее. А тут две игры с соседями, и действительно мало что получалось. Да, возможно, мы все себе в голову забили, что мы их лучше. Вот, потому что мы с командами с первой четверки неплохо себя проявили, вот, в плане игры, не результата, да. Вот, возможно, в головах у людей сидит, что мы такие команды, как Фантазии, Цикорич, которые ниже нас по турнирной таблице. На нее вообще, на самом деле, не стоит обращать внимания. Нужно раз в неделю собираться, каждый раз выходить заново, доказывать, добиваться положительного результата, а не то, что там мы каким-то лидерам в 1-2 мяча уступили, и все. Ребята, кто-то за нами, значит, мы их точно должны обыгрывать со спокойной совестью. Нет, со всеми здесь битвы, здесь все у всех могут отбирать очки, все у всех могут выигрывать. Я думаю, перед сегодняшней игрой никто бы не сказал, что Цикорич выиграет нас 5-0. Вот. Учитывая, какой у них, да, действительно там был сбор, что ребята там собирались прямо к свистку. Мы же достаточно получше в этом плане подошли, но мы не подъехали. Головами, да, нас как бы мы были где-то в другом месте. Не знаю, не проснулись, не доехали с мыслями, не собрались. Сегодня было, я не понимаю, что вообще. Ну, будем разбираться, будем думать. Смотри, какая-то уже закономерность. Второй матч смотрю, вас комментирую. Выходит второе сочетание и сразу пропускаете гол. И в прошлом матче так было, и в этом так. Случайность? Индивидуальная ошибка. Первый гол, ну, я не знаю, там что как разбирать. Дело не в том, что кто кого меняет. В принципе, мы людям достаточно все нудно и даже долго объясняем до тонкостей, что кто там должен делать в какие-то там важные моменты в игре. Когда мяч у них, у соперника в этой зоне, ты где-то должен располагаться, все вот эти вот моменты, аспекты. Парни нас вроде слушают, смотрят. Но одно дело мы как бы объясняем, там 20-30 минут уделяем стандартам, аутам, кто что куда идет, вбегает. Другое дело, когда у нас кидает аут, человек там в два касания мяч обрабатывает, с лета бьет человека, нам все это забивает. Ну, я не знаю. Дело не в том, что наша шестерка, да, Юра у нас постоянно остается. Дело не в том, что наша шестерка поменялась, вышли другие и все, обосрались. Дело в глупых индивидуальных ошибках просто. И все равно в нашей тоже там Семир Женин с травмой, да, он там вышел, посмотрел, понял, что лучше не стоит. Дэн Шабасов тоже в конце подсел, потому что там на выходных ему подприлетело. На бой мы всегда должна быть. Ну, мы людям говорим одно и то же, просто глупые индивидуальные ошибки. Большинство наших голов вообще и в этой игре, и даже в прошлых. Я как раз и хотел про Семир Жидина спросить, потому что помню, в последний раз он, наверное, был с фортуны, когда забил, потом долго пропустил. Сегодня во втором тайме не играл, то есть травма его беспокоит. Да, да, задняя поверхность бедра. Он вышел, попробовал, говорит, вроде неплохо, но нам немножко показалось другое. И потом он с нами согласился. Вот. У нас есть люди, кто может там сыграть. Да, у него травма. Миш, новички действительно пришлись ко двору. Александр Бажутов очень хорош на бровке. Александр Мажегов сегодня дубль. И вообще с ним хороший сбор, да, 4 человека. Скажи, на следующей неделе открывается дозаявочное окно. Нужно ли Цикоричу еще какие-то новички, какие-то люди? Или все уже сбалансировалось, отыгралось, все уже хорошо? Я думаю, нужны, потому что у нас там в группе в WhatsApp перед каждой игрой все на тоненького. На стрессе держит до последнего часа, до игры. Там уже сегодня только отписались ребята, которые все-таки подъедут, да, там Ваня выздоровел, у него там задний был надрыв вроде как. Вот. Поэтому в любом случае дозаявка нужна, раз мы двумя игроками так усилились, почему нет? В любом случае, когда есть конкуренция в составе, она помогает не только развиваться всем остальным, но и добавляет, в принципе, в силе команды. Вот. Я единственное сегодня не согласен, почему Мажеги дали сертификат. По-моему, сегодня Бажутов был тем лидером, который, в принципе, нас повел за собой. Вот. В прошлой игре, там, если Поличук это был, который гонял, возил всех, здесь Бажут очень много брал на себя, и не просто так. Я обычно на тех ребят, которые берут на себя, обрезают, ну, я сам в первой игре или во второй то же самое сделал.
Я против этого, но когда ты команде даешь право обрезать трех человек соперника, то это всегда в плюс. Побожу, согласен. Ну, в общем, все свои три игры очень на хорошем уровне провел. Но Мажегов очень важные два мяча забил, которые решили исход этой встречи. Скажи, пожалуйста, знаешь, не знаешь, давно не видели ни Надима Захарова, ни Алексея Кухтинова. Куда пропали? Кухтинов пылит за второй состав. Вот, у него там неплохо получается, ему нравится. Ну, если честно, я до конца не знаю, почему. Может, у него из-за работы не получается приезжать. Вот, ну и я знаю, Леша, он не очень любит, когда он мало получает времени игрового. В принципе, ну, наверное, многие так не любят. А что касается Надима, он с отпуска приехал, как и я. Я думал, два загорелых сегодня будут, но, к сожалению, он приболел. Но не вирусом, не вирусом. Еще к тебе один вопрос. Наконец-то прорвало Юрия Гуляева. Ну, в каждом матче у него были моменты. Сегодня забил. Как ты думаешь, теперь попрет? Надеюсь, попрет. И так как я ему отдал передачу, может у меня наконец попрет. Я уже вторую игру подряд для себя не забиваю, ну, в очевидных моментах. Ну, это все-таки, наверное, другие функции, нежели забитие голов. Слушай, я, если ты помнишь, еще лет 10 назад нападение играл. Функции, не функции, удары и все остальное, это у меня присутствует. И мой, я там не хочу много хорошего о себе говорить, да, но мой креатив в плане удара был всегда, и он должен оставаться. Я должен поддерживать свою марку. К сожалению, в последнее время что-то плохо все. Саш, ну тебе есть что добавить? Мне вот сегодня показалось, что у тебя самого игра не пошла в центре поля, было достаточно много брака. Мне показалось, или партнеры виноваты? Да, не спорю, много наобрезался, очень много было брака. Мы немножко перестроились, попытались это сделать. Если другие команды шли с нами такой прессинг и были посильнее, мы не начинали разыгрывать мяч там от своих ворот, грубо говоря, да, то есть, ну, сразу пытались его доставлять выше. Вот сейчас немного у нас меняется, пробуем мяч контролировать, но, на мой взгляд, не все правильно делают, чтобы у нас это получалось. Приходят некоторые зоны, люди закрывают, вместо того, чтобы оставаться в своих местах. Вначале у нас пару раз неплохо получалось. Мы выходили, расставлялись там 4 в линию, 4-2-1, да, расставлялись. И через фланги у нас люди поднимались выше, выходили. Вот, либо через середину человек, там, и диагонали кто-то поднимался. Потом у нас куда-то ушло, мы делали передачи вперед одному человеку, с которым два, и он из борьбы там в лучшем случае возвращал этот мяч назад. Зачем такие передачи, я не очень понимаю. Мы говорили людям, что не стоит так делать, контролируйте сзади мяч. Да, пускай он ходит, появится какой-то вариант выйти, но не надо давать в борьбу человеку, когда он стоит с двумя. Да, если нас там всех четырех поднакрыли, можно повыше сыграть, но не на центральных полузащитников, где с двумя трое стоят. Вот, ну, у нас... Скажи мне, кстати, насколько вообще команду морально подломили? Вот сначала такая грубая индивидуальная ошибка, а потом нереализованный пенальти. Ну да, конечно, это сказывается психологически. Мы, конечно, об этом, я честно, не слышал и не на поле, и не за бровкой, что чего как. Да и нет смысла, мы и гол забили. Да, там у нас человек пробежал рядом со стенкой, Ваня был предельно критичен, хотя он там никому не помешал, мяч в другое место пошел, там ни блок, ничего. У нас люди ходят, бродят, рассказывают ему все про этот момент. Ну, все, это уже отыграно. Да, мы пропустили такой гол, глупый. Да, мы не забили пенальти, да, мы забили гол, но его не засчитали. Ну, да, это, конечно, тяжело, но нужно от этих, ну, как бы эти мысли выкидывать из головы, это уже ничего не вернуть. Нужно думать уже о другом немножко. Еще играть там сколько было? 45 минут, счет 0-1. Ну, что там, не меняется никак игра после этих всех эпизодов. У нас что там, двоих-троих удалили, или там кто-то сломан, у нас меньше народа, или... Можно играть в футбол дальше, нужно просто от этих мыслей освобождаться и играть дальше в футбол просто. Последний к тебе вопрос. На следующей неделе открывается дозявочное окно. Уже есть кто-то на примете? В прошлое заявили Анрида Гаджи. Сегодня видел на бровке, он травмирован? Да, он не долечился. Мы попробовали в тренировочном процессе. Ну, наша ошибка. Мы с ним поговорили, он сказал, мы попробуем. Хорошо, мы ему дали попробовать, поняли, что человек еще не готов. Да, мы его очень ждем. У нас есть много разных позиций, вот, которые мы хотим укрепить. Вот, нам нужны сильные люди.
можно даже так сказать, которые будут наш рисунок игры, который мы хотим донести все же до людей, чтобы он самый главный у нас получался, да? Мы этих людей ждем и очень ждем это трансферное окно. То есть у тебя уже есть тут на примете таких джокеров, вот ты как Мухина подключил, там очень усилил, ну, решил, да, проблемную позицию вратарскую. Есть ли у тебя уже на примете те люди, которые закроют? Да, на примете люди есть, вот, в принципе, есть и на примете тех, кого мы из заявки будем удалять, если не ошибаюсь, там по 3 человека, правильно, да? Да, что касается Вова Мухина, честно, мне очень жаль, когда вот он хороший вратарь, классный, честно, его там, ну, как бы в сборной туры ни разу, по-моему, один раз видели, да, после всех наших игр, но если бы он играл так же, как и полевые, мы были бы намного ниже, все было бы намного хуже. Он нас в каждой игре выручает, спасибо Володе за это огромное, но мы тоже парнями должны думать и понимать, что, как бы, ну, человек приезжает сюда не за тем, чтобы, ну, вот такое устраивалось на защите. То есть мы должны в этом плане быть поответственнее, ну, не доводить до такого, что случилось сегодня, тем более. Спасибо, Илья, за ответы.